Катаясь в горке, получила перелом позвоночника. Семье 6-летней девочки, которая пострадала после снежной забавы в парке «Лесная сказка», судится с администрацией индустриального района. Сторона защиты пытается доказать, что горка была сделана с серьезным нарушением техники безопасности. Внизу горки, непосредственно в месте спуска, ступенька либо трамплин. То есть ребенок, скатываясь вниз, подлетал и как раз спиной ударялся о ледяную поверхность. Но для ребенка это более чем достаточно. В частности, для 6-летней девочки это обернулось компрессионным переломом. Инцидент произошел в январе этого года, после которого пострадавшая месяц провела в больнице. И до сих пор специалисты работают над психологическим состоянием ребенка, которому пришлось заново учиться ходить. Кстати, по словам адвоката, ему известно о еще двух пострадавших девочках на той же горке в парке «Лесная сказка». Специалисты индустриального района, сообщил Колесников, признали состояние горки удовлетворительным. Между тем, независимый эксперт оценил ее как опасную. На заседании суда в эту среду адвокат намерен требовать признания вины администрации индустриального района и выплат за возмещение вреда и потраченных на лечение средств.